вернулись с медалями. Юные наездницы апатитского конного клуба «Фортуна» успешно выступили на соревнованиях по конкуру, который проходил в столице Кольского края. Спортсменки привезли домой медали, кубки, грамоты и массу впечатлений. На Кубке города Мурманска по конкуру конный клуб «Фортуна» представляли четверо его участниц. Девчонки выступили очень успешно. Двум из них удалось занять призовые места. По словам руководителя клуба Кристины Курашовой, это настоящий прорыв. Особенно учитывая, что спортсменки проходили маршруты не на своих лошадях. Несмотря на то, что есть общие правила управления, да, все равно там я сегодня хочу, сегодня не хочу, то есть может просто там обнести, например, остановиться, да, еще что-то. Несмотря на то, что всадники дают правильные команды, она такая проверяет всадника, уверен ли всадник, что он хочет куда-то ехать. Вот, то есть, ну, в конкуре, допустим, да, в чем, опять же, сложность. Всадники бывают падают, лошадь может обнести препятствие. То есть лошадка не всегда с удовольствием бежит на препятствие и говорит, давайте прыгать. А иногда она бежит на препятствие, но не на то, которое надо, потому что есть определенный маршрут, по которому всадник должен двигаться. И, соответственно, если всадник зазевался, отвлекся и так далее, лошадь может сказать, смотри, как здорово, мы бежим мимо препятствий. Однако наши наездницы сумели справиться с волнением и договориться с лошадками. В результате в номинации «Конкур на стиль всадника» Ника Николаева заняла первое место. При поворотах направо я как бы немножечко опускала другой повод, а этого делать не надо желательно. Вот. Поэтому, ну, я считаю, что как бы нужно дальше тренироваться и стараться, потому что не надо слишком сильно гордиться. Вот. Я, конечно, рада, но нужно дальше работать, потому что дальше будет сложнее. В этой же номинации, где оценивается частота и правильность выполнения маршрута, третья ступенька пьедестала почета также у апатитов. Лиля Лапицкая, хоть и не в первый раз становится призером таких соревнований, очень самокритична. Я немножко подрасслабилась под конец выступления, и так получилось, что у меня лошадь огнесла барьер последний. Легче всего тоже с этой же лошадью. Мы достаточно легко проехали маршрут, но все же были недосчеты. На маршруте классический с перепрыжкой, где важно не повалить препятствия и проскакать максимально быстро. Также лучшей стала Ника Николаева. Столь блестящие результаты наши спортсменки показали впервые за 2 года участия в соревнованиях областного уровня. Очень горжусь, потому что, ну, это здорово для клуба. То есть в наших условиях очень сложно тренироваться. У нас нет, к сожалению, крытого манежа, поэтому мы зависим от погоды. Не всегда получаются регулярные тренировки, поэтому очень классно, здорово, что мы выехали. И причем Мурманск, у них там более лучшие условия. И когда мы приехали, показали хороший результат, нас похвалили, сказали, что наши дети с того момента, как мы приехали первый раз, выросли. Конечно, это очень приятная похвала для обоих тренеров. То есть у нас основной тренер по конкуру Ольга Булыня. И как бы вот, ну, прям радость. В планах у тренеров весной провести межклубные соревнования и, конечно, продолжать участвовать в областных состязаниях.